Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Но прежде всего я хочу поблагодарить своих партнеров. Спасибо, что смотрите мое видео и регистрируетесь по моей реф-ссылке. Сегодняшнее видео по проекту Квадросистем. Продолжаю я мониторить этот проект и делиться своими результатами, друзья. И хочу сегодня вывести денежку на Pair кошелек. У меня 4 партнера. Значит, один вот у меня активный. Заработано 9 рублей. И на балансе у меня 28.40, друзья. Вот. Здесь за партнеров также дают бонус. Я когда активировала, 2 тарифа я зашла на первый и второй. Вот, если мы активируем первый тариф, мы администратору отправляем свой логин и пишем «активирован один тариф». И нам дают бонус на баланс 22 рубля. И эти 22 рубля мы также активируем тариф номер 1. Давайте я поставлю на вывод. Так, где у нас тут вывод? Вывод средств. Так, Pair. Ввожу сумму. У меня 28 рублей. Поставлю ровную сумму. Сюда прописываем кошелек. Так, вывод и перевод средств от 1 рубля. Инстант. Нажимаю вывод. Так. Деньги успешно отправлены, друзья. Давайте перейдем на почту. Так, оповещение. Перехожу. Смотрите. 14.09. 0 минут назад. Плюс 23.73. Pair 11.01. И комментарий. Выплата с Harp Game. Все замечательно. Проект платит инстантом. Так. И по поводу вывода. Я еще... Ой, по поводу бонуса, друзья. Вот здесь нажимаем бонусная программа. Здесь можно добавиться к администратору в Skype. Вот я первый раз ему отправляла, чтобы он мне отправил бонус. Я ему писала в Skype. Здесь есть группа Telegram. Ссылка номер 1. Для России ссылка номер 2. Сегодня мне это в Telegram. Волей-неволей пришлось открывать Telegram. Мне искать прокси. Ну, ладно. Я открыла. На вот человек тоже кто-то вывел. 24.76. Добавляемся. Telegram, друзья. И вот админ. Здесь вот эта вот картиночка администратора. Так. Нажимаем сюда. Как я сказала. Так. Как бы мне к нему добавиться. Send. Так. Ага. Вот я к нему добавила. Смотрите. Я сделала скриншот. Вот у меня... Где мой проект? Так, сейчас, подождите, запуталась. Я сделала скриншот своего кабинета, своего активного реферала. Я скопировала его логин, сделала скрин, то, что вот он у меня активный. Здесь читаем для получения бонуса. Процедура такая же, как в случае с бонусом при первой активации тарифа. Разница только в том, что вы при этом должны иметь одного реферала. Поэтому при обращении вы еще указываете и логин своего реферала. Также нужно предоставить скрин из раздела «Мои рефералы», где должен быть виден логин вашего реферала. Я вот сделала скрин своего профиля. Вот бонусную программу обязательно, друзья, прочтите. Вот я скопировала вот это Alex43. Показал, что у меня на балансе есть денежка. И я вот отправила как бы
администратору. Не знаю, правильно я сделала или нет. Надеюсь, что так. Если что, я переделаю. Отправлять, друзья, нужно личным сообщением. Вот, потому что в чате много как бы участников, и искать каждого, чтобы бонус начислил, это еженедельный бонус, друзья. Если у вас там 10 рефералов, вы делаете скрин, логин и отправляете. Это вы получите 10 бонусов. Если 100 рефералов, отправляете 100. По 22 рубля, я считаю, неплохо. Значит, и что вот сегодня свежая новость, уважаемые друзья? Раздача бонусов за активацию продолжится примерно. Так, 18:00 по Москве. В связи с тем, что я сейчас готовлю интересное предложение для вас. Вот что-то новенькое будет. Все, кто подавал запросы на бонус, я рассмотрю. Пишите мне запросы в личку, а не в группу. Пока не теряйте время, рекламируйте проект и приношу извинения за неудобства. Вот такие вот новости. Также я скопирую скрин и отправлю сюда в чат. Ну, в принципе, это все, что я хотела с вами поделиться. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Краткий обзор я делала уже. Так, что у нас? Маркетинг. Так, бонусная программа. Мы пополним мои тарифы. Вот мои тарифы. И вот у меня как бы мои тарифы как бы. Вот у меня 3 человека. И здесь подробная табличка. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.